История компании начинается с приезда в 2005 году в Калининград норвежца Курта Лангетайга. Его усилиями группа крупнейших датских и норвежских фермеров основала в 2006 году акционерное общество «Правдинское свинопроизводство», как дочернее предприятие норвежской компании Russian Baltic Pork Invest AS. В 2008 году наша компания произвела 70 тысяч товарных свиней, а через 4 года уже 200 тысяч, став самым крупным производителем свинины в Калининградской области. В 2012 году наша компания вышла за пределы Калининградской области, начав строительство свиноводческой фермы в Нижегородской области. В 2012 году мы вышли на рынок Большой России. На данный момент построена ферма полного цикла в Нижегородской области, аналогичная той, что находится в Калининградской области, на 6200 свиноматок. В ближайшем будущем мы планируем построить вторую ферму в Нижегородской области, а также еще один свинокомплекс в Калининградской области, того же размера, что и в Правдинском районе. Также мы рассматриваем возможности строительства свинокомплексов в других областях Российской Федерации для помощи российскому правительству по обеспечению продовольственной безопасности населения. Все вышеперечисленные строительные проекты осуществляются под контролем строительной компании, входящей в группу RBPI. Специалисты, которые обеспечивают профессиональный контроль и высокое качество строительства ферм в соответствии с передовыми датскими технологиями. Наши высокие темпы развития и высочайшее качество продукции привлекли внимание компании CPF, крупнейшего производителя продуктов питания в Азии и второго в мире. В 2013 году компания CPF стала нашим основным акционером. Было принято решение о строительстве новых ферм, используя калининградскую модель по принципу копирования и вставки. Отличительной чертой нашей компании является ее приверженность самым передовым технологиям, как в области управления и IT, строительных и производственных технологий, так и в области животноводства, растениеводства и защиты окружающей среды. На сегодняшний день мы выстроили систему, которая полностью независима от импорта. У нас собственное производство генофонда, семени и также производство кормов. И качество этих составляющих очень и очень важно для достижения высоких результатов, особенно по кормовой базе. Мы сами выращиваем зерновые, производим очистку и обеспечиваем хранение. Это очень важно, получать чистые зерновые для правильного питания. Я имею в виду аминокислоты, минералы, витамины и тому подобное. Также это означает, что мы можем изменять рецептуру кормов, исходя из результатов производства, можем оптимизировать питание экономически и подобрать то, что нравится нашим свиньям. Одна из главных задач компании – защита окружающей среды. Со своего свиноводческого хозяйства мы получаем около 200 тысяч тонн свиного навоза. Это делает возможным использование его на наших полях вместо покупки химических удобрений. Таким образом, мы имеем отличные результаты благодаря использованию собственных удобрений с фермы. В нашей компании мы стараемся соблюдать все нормы не только по российским стандартам для окружающей среды, но и по датским и европейским. Нам есть чем гордиться. Мы тратим большие средства на применение суспензий наилучшим образом и территориально разместили наше хозяйство так, чтобы не мешать местному населению. Мы наносим суспензию с помощью дорогостоящих машин непосредственно в почву, и это позволяет нам не причинять неудобств людям, так как нет сильного запаха. Успешное развитие компании – результат слаженной работы нашей команды. Сегодня на одной ферме трудится около 180 человек. Ключевые посты управления занимают топ-менеджеры из Дании, а кадры среднего звена на свинокомплексе набраны из местных специалистов. Как показало время, такое сочетание знания, опыта и мотивации дает наилучшие результаты. Особенно важно для нашей компании постоянно стремиться к более высоким целям для наилучшей производительности. Мы вдохновляем наших людей делать завтра лучше, чем сегодня. Стараемся обучать и направлять их в производственном процессе, выращивая собственных менеджеров среднего звена. Делаем их лидерами, чтобы они чувствовали свою ответственность и хотели реализовать ее наилучшим образом в своей работе.
качественная свинина для всей России.